36-й мемориал Тарасова прошел 22 декабря в Доме спорта «Уралец». Анатолий Тарасов – основатель греко-римской борьбы в Нижнем Тагиле и Свердловской области. Этот человек, который, в общем-то, даже не имел образования и работал в шахте, воспитал очень-очень много знаменитых спортсменов, знаменитых борцов. Из его воспитанников, вот сейчас, в данный момент, 7 человек, которые продолжают его дело, заслуженные тренеры разных стран. Именно такие люди создавали вот основу, этот фундамент развития спорта, поэтому у Нижнего Тагила не только славная очень спортивная биография и действительно очень большие достижения, но и хорошее очень будущее. Нужны новые сооружения, новые спортсооружения, которые позволят уже заниматься детям в новых условиях. Вот, поэтому сегодня такая программа существует, сегодня это одно из основных направлений, которое мы ведем. Тагил – город спортивный. Поэтому я думаю, что мы двигаемся ровно в правильном пути, который был намечен ранее. Более 150 спортсменов из Казахстана и России приехали, чтобы побороться за призы на мемориале Тарасова. География турнира – от Калининграда до Кемерово. Но большинство атлетов, конечно, представляют соседние регионы Свердловской области. Турнир очень хороший. Как раз сейчас подготовка к чемпионату России в Калининграде. Думаю, достойно подойдем к этому турниру. Это очень хороший турнир. Поэтому сейчас сюда приехали с Казахстана, ребята очень хорошие. И тут можно очень хороший опыт получить. Спортсмены выступали в 10 весовых категориях. 40 человек стали призерами турнира.